Мур, привет, друг, это Зверько. И самый краткий новостной выпуск, обновление 1.3.62. На тестовой выпустили нового стильного стрелка, обзор в отдельном видео, а ссылка справа сверху. Скин на Гвиневру. Афина Асамия. Стоимость в 1288 алмазов, а это, на минуточку, самый дорогой облик в игре. Выйдет 26 марта со скидкой в 30%. Если я не путаю, будет доступно для покупки лишь 23 дня. Скин Авроры Водолей. Улучшили эффекты боевых навыков, это радует. Изменения героев. Минотавр. Оптимизировали эффекты навыков. Все, я же говорил, что это будет быстро. Анонсировали новый режим, опустошение или разорение, как-то так будет называться, но на него еще не пускают, потом выйдет отдельное видео по нему. Изменили отображение профиля, можно лайкнуть человека, посмотреть его фото, количество статуй, зачем-то, в общем, провели оптимизацию. На этом все, напиши в комментариях что-нибудь и подпишись, если еще не подписан. Удачи, друг!